Нет, для такого боя было замедление какое-то именно. Враг ответит на удар. А, это грифы вообще. Надо было яростью допустить и ударить его. Очки хода, он пишет 3 миллиона. Прям как матрицу бросает. Оглушает цель, шо оглушает, пишет Гоблин. Толковать особенно. Она с фланга их закрыта. Или этих закрыта как но все равно эти вылетят. Так, ладно, попробуем его. Змеи двух предметов. Там выгодно это или не выгодно. Нам уже не то выгодно, что я не могу выбрать. Но эти призывают, с них начнем. А против двери крыла они наложат уменьшение защиты тогда. Ну, вы знаете, хотя бы еще кому-то. Где пирамида? Скорость 5. Ну, по крайней мере, если мы этот отряд отбортнем. Может и не достать потом. Потому что если он долетит, ну, вот из этого, на этот ход. Да грифы в любой игре не сильные. У некоторых вообще грифон очень сильный. Это необычно, но и посох. Какой-то отряд, что-то на них, то еще ничего не нанесли. Блин, источник магии, наверное. Рунному магу, блин. Чтобы хотя бы удар там я. Ну, потеряю.
Непонятно, бодрение плюс 50. Так. Все эльфы или не получают. Но когда маленький отряд, так выгодный. Он даже никого не выбивает, этот отряд призван. Походу не змей же, может не мясо. От нашей армии. Сюда. Может сюда ударить. Я хотя бы паладин их потом смогу. Еще призываю. Еще призываю. Если не хоть без ответа. Никого не убиваю. Что делать? Добро хотите. Так он все время. Нам бы иллюзию сюда призвать. Теперь заподозна. Иначе не намал. Если всегда отвечает на атаки. Придется ушибить. 78 здесь. У нас здесь еще одно воскрешение. Okay.